один год поэты, писатели, режиссеры, композиторы создали впечатляющую летопись Великой Отечественной. В их творении хранится наша эмоциональная память о Великой войне, Великой победе. А сколько прекрасных песен было создано в это время. Многие из них впервые прозвучали в кинофильмах и стали всенародно любимыми. И сейчас вы услышите многие из них. На сцене вокально-инструментальный ансамбль школы номер 8. Ваши аплодисменты!